Да, действительно, это три земельных участка. Два земельных участка расположены на территории Заволжского района города Ульяновска. Это, как вы помните, у нас пресловутый арсенал, который взрывался в 2010 году. Сейчас арсенал закрытый. Эти земельные участки у нас федеральное предприятие 31-й арсенал ликвидируется. И в настоящий момент мы вышли с предложением передать данные земельные участки города Ульяновска для дальнейшего строительства. Второй земельный участок в Заволжском районе находится тоже недалеко от данного арсенала. Это где располагалась военная часть химсклады. Тоже химсклады закрыты. В настоящее время земельный участок частично занят объектом недвижимого имущества. Он находится в крайне нехорошем состоянии. И этот земельный участок, и один, и второй, про который я сейчас говорю, граничат с жилыми районами. Мы понимаем, что для нужд Минобороны данные земельные участки практически не нужны и не могут быть использованы. Из-за этого мы вышли с предложением передать эти два участка для жилищной застройки и строительства социальных объектов. Что и предполагается строить на этих земельных участках. На земельном участке, еще где скажу, располагаются химсклады, также находится и зеленая зона. Зеленая зона сейчас также относится к Министерству обороны, она прилегает к муниципальному парку 40 лет октября. Это будет также продолжение этой зеленой зоны и будет удобно жителям отдыхать практически в центре района. Третий земельный участок у нас расположен в Ленинском районе города Ульяновска, на границе города Ульяновска. Это рядом с поселком Полина. На этом земельном участке сейчас располагается полигон, военный полигон. И мы понимаем, что военный полигон рядом с городом, рядом он находится между городом Ульяновском и поселком Ушеевка. Также граничится иными населенными пунктами, располагаться крайне опасно. За это мы вышли с предложением также передать этот земельный участок для расширения, в том числе и жилищного строительства в городе Ульяновске. И предлагаем Министерству обороны, в том числе и с нашей же помощью, подобрать иные земельные участки, более удобные для того, чтобы разместить такой объект Министерства обороны.